русский магазин. Вот такой классный. Здесь укроп продается очень дешевый. Всего 89 центов за пучок. И классные огурцы тоже недорогие. Они всего по $1.49 за фунт. Вообще много чего у них здесь есть. Такая продукция. То, что в простых магазинах не найдешь. Здесь можно купить, в общем-то, много чего горячего, всякие огурцы, помидоры. Целый отдел у них с селедкой. Со всякими салатами. Там пошел отдел с молочным, с молочкой и всякими этими сырами, творогом. Там большой отдел с травами, с всевозможной выпечкой тоже. Вот, а я взяла себе творог и чай в такие упаковки. Наверное, сейчас еще пучок творога возьму. И недорогая хурма, очень хорошая. Классная хурма. В простом магазине хурма не очень надана. Вот, типа такой, и не такая сладкая, и долго ей лежать. А вот это вот уже, как говорится, готовенькое. Вот, пожалуйста, мандаринчики, прям с листочками. Классные такие. Вот, и вообще, вот имбирь тоже дешево, всего 99 центов за фунт. А укроп это просто вообще супер. 99 центов за пучок. Просто классно. В простом магазине такой бы стоил $10, наверное. Их просто не продают. Их продают в очень маленьких таких упаковочках за $2. Вот огурчики очень-очень вкусные. На самом деле, как должны огурцы по вкусу быть. Даже вон у них есть, там я гляжу, как я его забыла. Пельмени здесь тоже продают. И сами, которые готовят, фасуют. И которые в упаковке уже были. Всякие тут аджика, всякие соусы. Всевозможный рис, крупы. Вот здесь у них классно, они делают, сами фасуют. Орешки разные. Пожалуйста. Шиповник расфасованный, лавровый лист. Пошли дальше, там разные орехи, семечки. Тоже приправы всякие разные. Неплохой магазин, мне нравится он. Конфет тоже у них большой выбор здесь. И цены, в принципе, на многие вещи совсем даже недорого. То есть, в общем-то, все, что нужно, можно здесь найти. Хорошие здесь вот подаются тушенки всякие разные. В общем, такой небольшой магазинчик. Там у них еще один отдел есть со всякими колбасами, сырами, конфетами. Вот так вот. Такой русский магазин.